это самый большой в мире журналистский форум. Будет очень много встреч, очень много душевного общения, обменом мнениями, очень много будет премьер, очень много обсуждений наших основных проблем. И хочу пожелать всем использовать эти дни и эти минуты для того, чтобы набираться бэкграунда, набираться опыта, самое главное, мощнейшего иммунитета, который всем там так нужен в это непростое время. Мы показываем сегодня VR-проекты наши. Мы занимаемся разработкой VR-проектов уже несколько лет. И здесь мы показываем последние. Это история про знаменосцев Победы и история про чудо в кукурузном поле. Сегодня мы на форуме говорили о том, что такое сторителлинг и новая искренность в Инстаграм, какие истории любят люди и какой контент им нравится. Я рассказывала о продающих текстах и немножко про свой путь в Инстаграме. Нужно искать разные способы подхода к клиенту. Не просто следовать вот этим шаблонным схемам, которых нас учат, но искать подход через юмор, через истории, через что-то такое необычное и интересное. И всегда думать о том, что интересно клиенту, а не что интересно мне самому. В нашей профессии как никогда надо учиться очень многому. И вот поскольку я газетчик из прошлых лет, и, в общем, традиционно, то я стараюсь наверстывать свои знания в новых сферах. Поэтому сегодня все утро провел я на секции Инстаграма. Для меня многое там непонятно, но тем не менее, скажем, я вот хоть как-то начинаю считать себя продвинутым. Я бы посоветовал не бояться ошибаться, заниматься тем, что на самом деле интересно, тем, что прям нравится, тем, чем горит, хочется. И меньше на старте слушал чужое мнение. Больше делал то, что прям от сердца идет, то, что хочется делать, творить, креативить.